В Ненецком округе продолжается обновление медицинской техники. Так, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в окружной больнице установлен современный цифровой флюорограф. Аппарат с более высокой скоростью обработки данных позволяет увеличить количество осмотров пациентов. Александра Литкова расскажет о всех преимуществах нового оборудования. Ранняя диагностика имеет огромное значение при выявлении любых заболеваний. При этом на обследовании важно не навредить здоровью пациента. Новое рентгеновское оборудование, которое сейчас приобретается для округа, не только позволяет медикам получить четкие данные, но и дает пониженную лучевую нагрузку на организм. В данном случае у нас позволяет снизить нагрузку лучевую во время исследования без потери качества изображения получаемого. В комплекте с оборудованием шло также у нас видеонаблюдение, которое было установлено в процедурной, позволяет нам наблюдать за пациентом во время исследования, контролировать его положение. Современный цифровой флюорограф этим летом установили и в поликлинике Заполярного района. Всего с начала текущего года в медицинские организации округа уже поступило 23 единицы нового оборудования. Это дефибрилляторы, флюорограф, электрокардиограф, маммограф и другое оборудование. До конца года в больницу поступит ультразвуковой сканер и аппарат для диагностики остеопороза. В рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения заменяем оборудование, которое у нас есть в наличии, то есть оно морально устаревшее, либо уже выработало свой ресурс. Вот, закупаем новое оборудование, которого нету вообще, и часть оборудования идет под замену. Вот этот флюорограф пошел под замену, то есть уже ресурс был выработан, поэтому вот приобрели новый аппарат. В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на оснащение медицинских организаций округа оборудованием направлено порядка 80 миллионов рублей. Большая часть средств выделены из федерального бюджета. Александра Литкова, Ольга Русу, Леонид Шишелов, телеканал «Север».